у сайтов знакомств надо знать специфику. Там, если написано 32 года, это означает 45 лет. Последняя фотка 10-летней давности. А пара лишних кило означает ожирение первой степени. Маливочка. Удалила его номер, чтобы не наговорить ему гадостей. Теперь сижу и переживаю, что он не знает, какой он скотина. А кто это сделал? Все лето мы плескались, купались и отдыхали. Вот так бездарно мы провели отпуск. А помнишь, сколько снегу в 2007-м навалило? Еще бы! Мы еще на лыжах картошку сажать ходили. Гости спрашивают у маленькой дочери хозяйки. Мадонна, ты большая девочка, наверное, маме помогаешь. Та говорит, да? И что же ты делаешь? А та говорит, я после вашего ухода пересчитываю серебряные ложки. А вот я, товарищи, веду здоровый образ жизни. И знаете почему? На нездоровый у меня просто денег нету. Как легко кого-нибудь обрадовать, сказав «умнейший человек» и все испортить, добавив «в нашей палате». Липчика. Продавец говорит, вот эти часы ходят 2 недели без заводки. Покупатель говорит, да ты что? А если их завести? Я хотел дать бездомному немного денег. На его шее я увидел табличку. Любое время, даже завтра, ты можешь оказаться на моем месте. И поэтому положил деньги обратно. Ни в чем нельзя быть уверенным. А кто это сделал? Ты слышала? Деда Петруху застрелили. Так, опять? Тише, вон он идет. Всякое бывало. Но чтобы попытаться проникнуть на работу по дисконтной карте Алкомаркета, нет, не сработало. Пришлось за пропуском в карман лезть. Из милицейского протокола. По тяжестью неопровержимых улик у подозреваемого П. Не выдержали нервы, 2 передних зуба и 2 ребра. Подписываемся, кликаем на колокольчик.